Так. А ножичек есть, да, Надежка? Кого? Ножичек. Ножик, ножик. Лезвие. Лезвие выше всего. Все нормалек. Так, ребята, пришла, короче, мне морда. Вот. Новая. Короче, не оригинальная. В принципе, пластик белый. В принципе, такой мягкий пластик. В принципе, я бы сказал, то, что для пластика вообще очень хорошо. Такой мягкий пластик. Но это все фигня. Это отлично. Потом я примерил фару. Фара вообще прям подходит по зазорам. Прям вообще один в один. Фара садится вообще хорошо. Но есть, конечно, один минус. То, что это вот эти вот. Вот надо будет подшпаклевывать. Ну, перед покраской неровности выровнять-то, конечно, это само собой. Сейчас я этим буду заниматься. А садится, ребята, она вообще. Раз и два. Вот смотрите, раз, два. Все прям сидит нормальненько. Здесь прям по зазорам тоже норм будет. Знаете, как называется моторазборка, ребят? Самая угарная. Вот здесь вот было приклеено на скотч зеленым. Вот. Такая вот моторазборка, пацаны. В общем, вот так вот скотчем буду заниматься. Колесо, диск уже мне, короче, резину снял. А, сделал же подкат вчера, да. Вот подкат вчера сделан за где-то час, ну, полтора максимум. На скорую руку вообще заморочился. На скорую руку сделал подкатик. Вот сюда. Бугеля. Здесь за место колесиков я подшипники взял вообще. Так, ну вот, ребята, покрасил. Слово, наверное, 4 нанес. Все нормалек прям. Прям глянец хороший. Но чуть-чуть пыль, конечно, всегда есть. Потому что я крашу на улице. У меня условия не идеальные. И как бы задача не стоит сделать пластик прям вообще. Прям, ну, как новый. Он просто не может быть как новый. Это второй комплект пластика. Ну, морда-то новая. Короче, вот так сейчас буду колесо красить. Белый цвет. Блин, мушки. Надо закрывать помещение. Вот уже резину одел. Сейчас надо будет маленько замотовать все заново. И покрасить. Уже заранее покрасил я за 2 дня до бортировки. Внутри и вот этот корд. Чтобы не мучиться, чтобы не оставались такие просветы. Уже все покрашено, подшипники промыты, смазаны, подшипники хорошие. Новый сальник, втулка отполирована, установлена. Ну и в принципе все, так-то хорошо. Все, ребятки, буду заниматься. Кипаса, пацаны, Санек привет передает. Кипаса. Девушку проходите, девушка. Ребята, видели ее бубочки? Это она так ходит по городу. Ой, блин. Вот это вещей, блин. Вирус конкретно, походу, действует на людей.